продолжение темы. Банк России планирует самостоятельно выкупать не менее 75% акций санируемых банков или финансово помогать инвестору, который собирается их приобрести. Регулятор будет делать это через специально созданный фонд консолидации финансового сектора. О нововведениях, которые разрабатывает мегарегулятор, его представители рассказали на Уфимском форуме качества финансовых услуг, который завершился в эту пятницу в столице республики. Фонд планирует сформировать из собственных средств Центробанка. Эффективность их использования будут оценивать ежегодно. Инвестиции в санируемые банки собираются направлять в размерах, необходимых для достижения нормальной капитализации кредитного учреждения. После завершения процедуры финансового оздоровления регулятор может принять решение о продаже актива. По замыслу авторов законопроекта, которые содержат в себе данные инновации, изменения приведут к сокращению сроков спасения проблемных компаний и сделают процедуру более дешевой. Банк России выступает за то, чтобы, получив капитал, санированный банк заработал как обычный банк с соблюдением потенциальных норм. Поскольку в настоящее время план мер по финансовому оздоровлению предусматривает выход на соблюдение потенциальных норм санированных банков иногда в конце сроков плана.